будете хорошо вообще для генов, если вы вот как раз в социальных группах хорошо функционируете. То есть, когда у вас есть группа, потому что если у вас есть группа, вы можете размножиться, понимаете, поэтому надо, чтобы вы как-то кучковались, вот, несмотря на вредность своих характеров. Вот, поэтому, значит, нужно вас тоже поощрять. И вот гормон, который поощряет нас за вот такую социальность, ну, на самом деле он нас поощряет в тот момент, когда мы чувствуем, что другие люди нас принимают, одобряют. Приятно же в этот момент, да, говорят, боже, какой же ты замечательный человек. Душа просто. И так мне помогаешь, просто невозможно. Спасибо тебе. Приятно же, да, сразу? Вот, это серотонин вырабатывается. То есть вас берут в компанию, компания тоже может вся, так сказать, в конечном итоге привести к воспроизводству генов. Мы должны для себя вот четко понять, что мы, стремясь к счастью, рискуем оказаться на качелях. Потому что если у вас есть четкое определение, что вы будете счастливы, если, а оно нет, у вас будет куча негативных состояний. Или это может превратиться в разочарование, потому что вы достигли, чего вы хотели, обрадовались этому, порадовались, а потом, а куда идти теперь, что теперь с этим делать? И вот эти качели все время, они переворачиваются. Как получать удовольствие? У них, знаете, практика была, как получать удовольствие. Вот. Садились в саду, вот, и вспоминали хорошие события, которые у них в жизни происходили. Копилка памяти. Ну, воспроизводит, это все приятно, хорошее. Тогда вот, а так как было хорошо, а здесь как было хорошо, а там как было прекрасно. Больные пункты угасают. Дефолт-система как бы освобождается от гнусных, вот этих агрессивных, тревожных вот этих всех мыслей. Психическая энергия направляется на что-то созидательное, на что-то интересное. И достигая каких-то результатов в этом созидании, понимаете, Пушкин что напишет, а потом говорит, ай да Пушкин, ай да сукин сын, понимаете, он достиг чего-то и испытывает радость по поводу собственного созидания.